А перед началом ролика хочу поставить очень интересную группу. Эта группа называется «Вечерний КРМП». Здесь вы можете найти новости серверов КРМП и также аналитик обновлений. Также интервью с интересными личностями, и в скором времени будут конкурсы. Поэтому обязательно подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Сам подписался, буду смотреть за новостями. Всем советую. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Магазин Холиплей. Первый сервер, у них здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мой ник при регистрации, в принципе. И не забывайте также вводить мой промокод. Пишите просто капсом вместе Кирилл Гейм. В принципе, все будет в описании, промокод и видео, как его ввести. И также, как я его создал, в принципе, все вы там можете посмотреть. Итак, пацаны, как вы поняли, будут будни дальнобойщиков, в принципе. Хотя вы как-то не очень уже смотрите, потому что последняя серия набрала довольно-таки мало лайков и просмотров. Но все же я решил записать будь дальнобойщика, тем более сегодня выходные у нас получается и X2 на серии, поэтому я решил записать будь дальнобойщика. Так, во-первых, хочу сказать вам большое спасибо, кто регистрируется на мой ник, именно на мой ник. У нас уже, у меня рефералов уже 455 человек, это очень круто, пацаны. Моя цель — это выбиться в топ-1. На первом месте сейчас там ник Дмитрий Крымский, в принципе, я на втором месте, но моя цель сейчас вылететь на первое место. Ну, такая маленькая цель, пацаны. Поэтому, кто только начинает играть, пацаны, обязательно легайтесь на мой ник, он будет в описании. Ну, либо вот, можете его здесь увидеть, в принципе. И также большое спасибо тем, кто вводит промокод именно. Смотрите, уже 500 тысяч на балансе, в принципе. Я их не снимаю, видите, я деньги не трогаю. Уже на мой промокод зареглось 103 человека. Промокод этот можно вводить на любом сервере, если что, в принципе, при регистрации. Я как бы это показывал, все ссылки повторюсь в описании. К чему я клоню? То, что уже скоро на канале будет 13 тысяч подписчиков, либо уже 13 тысяч подписчиков на момент этой съемки, в принципе. Будет конкурс, пацаны. Ну, будет розыгрыш, в принципе, в честь 13 тысяч подписчиков на пару миллионов. Поэтому, пацаны, эти деньги я как бы заберу в этот конкурс вместе, суммирую, в принципе, и будет конкурс на пару миллионов, поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, в принципе, погнали. Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбокс, либо удар с локтя. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Короче, пацаны, решил я начать с порта, но, видимо, не с порта сегодня мы начнем. Короче, начал ехать, тут началась та кучка, короче, там, не пропускала фура вот эту маленькую машинку, короче, борщика улиц. И я как подлетел, нахуй, вместе с прицепом, и пиздец просто, реально, я реально охренел. Просто я охренел. Надеюсь, меня сейчас не посадят, потому что, блин, у меня просто прицеп улетел, реально. Поэтому это не моя вина, что прицеп сюда улетел. Я просто начал поднижать, и хуяк, я как-то вылетел на вот эту горку, блядь, и мою фуру подкинула, короче. Это было реально жестко, блин. Это было реально просто жестко. Кстати, насчет того гелика, который я выбил, в принципе, писали вы, чтобы я его разыграл. Да, я был разыграл, пацаны, но я в тот же день его слил в лос и проебал половину денег, ну, даже может, чем больше, чем половину денег в казино. Но конкурс все равно будет, как я обещал, деньги есть, пацаны, все нормально, поэтому не переживайте, как бы, не нужно писать, типа, вот, дурак, лучше бы разыграл гелик, деньги проиграл. В принципе, это было мое решение, пацаны, как бы, я же его выиграл, поэтому как-то так. Тем более, машину разыгрывать довольно-таки проблематично, на самом деле. Лучше разыгрывать деньги. Потому что я много раз разыгрывал и машины. Помните, я и Ренжой разыгрывал, и разыграл Ниву на блатах, и разыгрывал М5 на блатах. Ну, много чего я разыгрывал. И кто на канале, пацаны, ради денег, ради розыгрышей, говорю сразу, можете просто отписываться, не смотреть меня, потому что мне такие подписчики не нужны. Мне нужны преданные, нормальные подписчики, которые меня смотрят. Не ради денег, а ради моего творчества, в принципе. Как я снимаю, что я снимаю, как я для них стараюсь и так далее. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Вот, пацаны, вам пример того, что происходит при X2, когда работают дальнобойщики. Происходит полная жопа, как я, в принципе, всегда и говорил. Как бы вы думали, что я шучу? Нет, пацаны, оно так и есть. Происходит в порту полная жопа, с большой буквы, пацаны, реально. Полная жопень. Вот раз, фура 2, фура 3, 4, 5 фур вместе со мной, даже 6, по-моему. А ну да, 6 фур, пацаны, вместе со мной получается. Но это, пацаны, вам были не шутки. Я серьезно говорил, что происходит полная жопа во время того, когда X2 на
сервере, в принципе. Сейчас X2, онлайн 470, я заходил, было 485. Короче, почти, во-первых, почти фулл сервак. Просто онлайн то поднимается, то опускается, в принципе. Не знаю, чем это связано, что он опускается. Поднимается, это понятно, а вот опускается, можно какой-то краш, кто-то уходит куда-то гулять и так далее. Так, о, в Батыриво первый рейс у нас выпадает, это довольно-таки хорошо, в принципе, едем туда. Я надеюсь, что у вас не прыгает то, что я выключил интерфейс, просто мне так больше нравится, ничего лишнего в принципе нету. Я выключил интерфейс и чат полностью выключил, поэтому мне как-то так больше нравится на самом деле. Не знаю, как лучше, пишите в комментариях. Если хотите, чтобы я постоянно был с интерфейсом, то я буду ездить в принципе с интерфейсом. Если без, то без, пишите. Просто не знаю, мне как-то так лучше ездить без интерфейса, да, надо за бензином-то смотреть. Но во время езды, там, когда я знаю, что здесь бенз, я стараюсь ездить без интерфейса, поэтому да. Так, нам нужно ехать на грузчики. Хорошо, в Арзамас, отлично, все. Отъезжаем и держим наш путь в Арзамас. Так, все, в принципе, доехал, уже разгружаюсь. Я думаю, всем интересно, что я делаю во время того, как я ставлю видео на паузу, то есть запись на паузу ставлю и еду. Я просто беру, прописываю вот такую вот команду радио, подключиться к радио и выбираю вот это радио, шестое. Почему шестое? Потому что радио Мазинг там, бывает, оно не работает, либо какую-то херню крутят, в принципе, не в обиду администраторам, как бы у каждого свой вкус музыки. Радио Рекорд там, на самом деле, как-то постоянно то же самое все крутят, на самом деле. А вот это шестое радио, там реально классно музыка, поэтому всем дальнобойщикам реально советую. Сейчас напишут, что мне это радио заплатило за рекламу, по-любому, блядь. Ладно, я шучу, конечно же. Также хотел у вас спросить, мне обрезать полностью дорогу, как я еду, в принципе, там, допустим, от Батырева в Арзамас, точнее, с Батырева в Арзамас, либо из порта в Южный. Обрезать мне дорогу или нет? Если обрезать, пишите. Если не обрезать, тоже пишите. Потому что, блин, если я буду обрезать, то видео будет короче, в принципе, и как бы будет вся суть именно показана, и самое главное. А если не обрезать, видео будет выходить там на 20-30 минут полностью, если будет дальнобойщика записывать. Вот я до... Я, в принципе, ну, поняли, короче. От начала до конца, если записывать, то будет очень долгий видос получаться. Ну, а так я в основном записываю дорогу. Ну, то есть, куда я приезжаю. Там, в порт приехал, показал, что загрузился. Поехал в Батырево, поставил на запись. Приехал в Батырево, включил. Ну, вы поняли, в принципе. Пишите полностью снимать дорогу, либо частично. Блять, начался просто пиздец, пацаны. Всех начало кидать здесь. Блять, просто что происходит в порту при X2? У меня, блять, уже начал прицеп дымиться. Так, это мой прицеп, я помню. Так, давай, прицепляйся. Пиздец просто, чё за дичь? Блять, я не понимаю, здесь просто происходит... Во время X2 реально происходит просто пиздец, пацаны. Реально просто пиздец происходит, поэтому... Блять, мне аж страшно, серьёзно. Стоп, я не свой прицеп взял. Блять, нет, только не воду, блять. Ну нет. Стоп. Просто видите, какой пиздец происходит? Это же был, по-моему, мой прицеп, да? Стоп, давайте я пробую подъехать и загрузить. Так, я подъезжаю и... Фух, да, это мой прицеп. Блять, видите, что происходит, пацаны, во время X2 на дальнобойщиках? Видите, блять, это вам не шутки, блять. Это вам, блять, не жопу почухать, реально. Потому что здесь происходит полная жопа, реально. Полнейшая просто. Вот серьезно, в обычные дни такого не происходит. Реально очень мало людей там и так далее. Ну, такой толкучки прям жестко нету. А вот именно во время X2 просто реально жопа происходит, потому что зарплата больше, все хотят заработать. Видите, сколько дальнобойщиков? Ну, реально много просто. Сейчас еще вечер, онлайн почти 500, пацаны, блять, ебучий случай, пацаны. Блин, я рад, что Амазин как бы возрождается тем, что уже онлайн, как бы уже под 500 уже частенечко бывает. И поэтому это очень хорошо. А вот то, что у меня дымится прицеп сзади, точнее, вообще прицеп дымится, это очень плохо. Так, вот я, в принципе, уже доехал обратно до Батырева. Надеюсь, сейчас лесопилочка выпадет, чтобы мы еще третий рейс сделали. А то ехать обратно в Арзамас как-то неинтересно будет на самом-то деле. А если сейчас выпадет у нас, получается, лесопилка, потом поедем, если выпадет шахта, лесопилка, будет еще круче, реально. Поэтому сейчас, в принципе, выгружаемся и посмотрим, куда нам, как бы, выпадет наш путь. Блин, обратно в Арзамас ехать только не на грузчике, а на 24/7, короче, ехать. Ладно, еще поехали, выбора другого у нас нету. Так, все, я благополучно доехал, в принципе, и вот стою уже возле 24/7 в Арзамасе. Уже выгружаюсь, в принципе. Не знаю, сейчас еще, наверное, еще раз поедем сейчас, наверное, в порт. Еще один рейсик сделаем. Давайте я чекну, сколько у меня, кстати, бензина, потому что без интерфейса классно ездит, но можно и обсохнуть. Ну, 35 литров еще хватит, я думаю, на два рейса, как минимум. Поэтому, в принципе, я не буду еще заправляться. Так, нам, ну, 20700 нам платят, в принципе. Сейчас еще один рейсик тогда сделаем, и у нас будет уже 100 тысяч. Я думаю, нормально.
Так, и снова мы заезжаем в порт. И что мы здесь видим? Ну такое, блять, обратно много дальнобойщиков. Но мне кажется, блин, именно днем, там, часа три, я просто зашел вечерком. Сейчас сколько время? 7 часов сейчас будет уже, в принципе. И как по мне, я думал, в часа бы 3 себе сюда приехал. Хотя, бля, ебать дальнобойщиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Я 8-й, если что. Блять, это просто жестко. Блять, это хуя же едет. Блять, быстрее, стопэ. Да я проеду, блять. Фух, я испугался. Так, давайте потихонечку проезжаем, господа. Проезжаем, не стесняемся. Аккуратненько. Все, заебись. Так, все, я здесь встану. Блять, видите, просто, блин, в порту реально при X2. X2 плюс порт, это просто пиздец, реально. Это реально пиздец. Так серию и назову, в принципе, наверное. Типа такого что-то будет. Поэтому, пацаны, если будет такое название, то вы знаете почему. Ну, потому что реально, блин, как еще можно это назвать? Реально происходит полная попка. Ну, ладно, не будем материться. Полная срака происходит, поэтому, я думаю, это нормально. Все, у нас почти загрузились, и нам подотрезь Батыева снова, в принципе. Надеюсь, что не Варзамас. Так, давай, проезжайте, пацаны, мне что же надо ехать? Фух, так, все, уже рассосалась как-то пробочка, знаете. Это хорошо, что всем выпадают разные рейсы. Прикиньте, всем в одну точку ездить это, и все бы возвращались, и прикиньте, здесь, ну, курбы, наверное, 50 было, мне кажется. Так, давайте его пропустим, какой-то лагучий. Все, обратно едем в Батырево, 3 рейса подряд в Батырево. Ну, а второй валик, что у нас сейчас будет, я не знаю. Возможно, либо выпадет обратно Варзамас, либо лесопилка, я без понятия. Ну что ж, мы снова здесь, в принципе, уже третий раз получается. И сейчас будет там интересно, куда она выпадет. Если снова Арзамас, то, в принципе, я не вижу смысла, тогда ехать будет четвертый рейс. А если сейчас на лесопилочку, то мы четвертый рейс тогда ебанем, в принципе, потому что, ну, сами понимаете, ездить много раз туда и обратно, как-то смысла особого нету, тем более в один город. Так, и Арзамас, грузчики. Да, пацаны, это наш будет последний рейс, потому что это уже получается третий рейс. И смысла ехать четвертый рейс не будет, потому что все рейсы у нас были в Арзамас, и это довольно-таки печально. Ну ладно, чё, поехали. Ну что ж, вот я и доехал до нашей конечной остановки в этой серии. Так, сделал я 3 рейса, заработал 65 тысяч, ну плюс-минус, короче. И получается, что на аренду я дал 5 тысяч, и чисто мы заработали 60 тысяч. Это довольно-таки хорошо. Потратил на это все, ну, примерно где-то полчаса, может чуть больше. В принципе, ставьте мне лайки, пацаны, все зависит от вас. Если будет мало просмотров и лайков по будням дальнобойщиков, то я не вижу смысла тогда их снимать. Поэтому, повторюсь, все зависит от вас, с вас лайки и меня видос. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, повторюсь, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод и всем пока-пока.